Привет, мои дорогие, вы на канале Делимастер. С вами Наташа, как всегда. Немного у меня простуженный голос, но ничего страшного. Я в полном восторге от новых поступлений коллекционной бижутерии. Все выбираю, каждый лот специально для вас. И учитываю ваши пожелания. Будет много нового в этом обзоре. Ну и хиты, которые вам нравятся. И еще немножко я для вас раздобуду. В основном то, что сегодня я вам буду показывать, уже не продается. Коллекционные красивые бренды чудесного качества изделия. Я даже не знаю, с чего бы нам начать. Прежде чем мы начнем, я вас приглашаю в магазин. Там вовсю бушуют акции, они сейчас очень классные, я много дарю подарков. Скидка на любой махер, абсолютно любой, а выбор огромный в моем магазине. 20% я дарю подарки при покупке двух бобин, дарю подарки при первой покупке и при покупке любого набора крючков или спиц от 5000 рублей. Все это суммируется, поэтому акции пышут радостью, и меня радует очень сильно. Ну, а мы с вами будем смотреть, что же интересненького я вам приготовила сегодня. Ну, очень красивые, в разном стиле украшения нас ожидают. Я вам, как всегда, скажу, что я себе тоже приобрела. Давайте начнем с ожерелья. Почему бы нет? Вы любите ожерелье так же, как и я. Вот такой замечательный крабик чудесного качества. Взгляните, какая тонкая работа. Я не буду его раскрывать. И мне лень снизу с первого этажа принести такого своего. Это Kate Spade. Я думаю, вы знаете этот бренд. Очень женственный и нежный. Вот такой камушек здесь на бирочке. Да, Kate Spade, Нью-Йорк. Крабик. Хорошенький вообще до невозможности. И к нему еще завтра я, или послезавтра, так как много вас ожидает украшений, натуральное серебро скоро появится, более классические украшения, но не менее элегантные. И сережки к нему такие же очаровательные, они немножко разные, я вам покажу. Тоже я себе приобрела вот такой крабик. Здесь рядышком на пол я поставила свою ненаглядную ассистента Монику. Буду вам обязательно показывать ожерелье на шейке. Мне хотелось уже только к вам лицом и на себе показывать украшения, но приболела, честно говоря, такое состояние. Но как же приятно сейчас мне возиться с бижутерией. Также сегодня много возилась своими любимыми цветами, а мы идем дальше с вами дальше. Ли София, какая красота, чудесная компания, выпускающая очень-очень красивые украшения с логотипом. Давайте посмотрим, какой кулончик нежный. Вот такой. Кружевной серебристый кулончик от Loft. Взгляните, сколько там маленьких камушков, сверкает, блестит на повседневность. От Ли София красивый сет, необычный. Вот такой зеленый эмалью, здесь кулончик и серьги. Зеленый цвет не сдает своих позиций, очень популярный. Я сейчас сама пристальное внимание уделяю этому бренду. Некоторые сережки я вам продала и пожалела, что некоторые распродались, и больше я их найти уже не могу. Старикоски очаровательные. Так, у нас, видимо, как-то все будет смешано. Хотела начать с ожерелья, но перешла на серьги. А потом вернемся туда-обратно, будем гулять с вами, все смотреть. Красивые в классическом стиле кисточки, вот с такими чудесными подвесками от Chicas. Качественная бижутерия, люблю, не могу. Смотрите, какие невероятные подвески в виде ловца для снов. Кто любит тему индейцев, я, например, обожаю. Смотрите, здесь все с этим связано. Но очень яркие, красивые, качественный сплав, потрясающе. Вот такая миленькая новинка в моем магазине сережки. Я себе такие, конечно же, приобрела, пока есть такая возможность. Очень красивые ананасики, они тоже сейчас пищат, да, популярный мотив. Вот такие серьги от J. Jill.
необыкновенного качества. Обратите внимание, здесь такие звездочки, прорезаны в них стразы. У меня такие серьги были, но в магазине тоже я выставила. Нашла для вас еще. Смотрится очень дорого. Потрясающий сплав такого же уровня, как Роберт Ли Моррис. Но мы еще перейдем с вами к нему. Нежные подвесочки из цепочек черных от Ли Софии. Здесь у нас красивые серьги с шариками. Очень элегантно смотрится. Смотрите, какие. Бренд от Чика с насыщенным синим оттенком. Классно будет с джинсами, со свитером. Застегиваются сережки. Вот такие из фирменного сплава Чикас колечки, гвоздики. И, наверное, набором буду продавать, а может быть, по раздельности. Был такой сет, очень быстро его купили сразу, от White House Black Market. Это восточная сказка, да, в стиле Шахерезады. Особенно здесь красивый кулон, такой же, как серьги. Несколько цепочек и красивые ажурные цветы. Вот видите, $48, да, стоил. Чудесный кулон и великолепные серьги. Не знаю, как я их буду выставлять. Они продавались отдельно. Но, может быть, я с этим выставлю. Так, Роберт Ли Моррис. Наш любимый с вами. Опять вот эти серьги. Они у меня есть. Хит продаж. Действительно прекрасные. Они будут вас радовать. Здесь медь. И качественные сплавы. У меня есть такие сережечки. И новинки. Смотрите, какие красивые колечки медные. Да, невероятно стильно, в духе большого города, урбанизма, украшения у Роберта Ли Морриса. Минимализм, современность и качество, сумасшедшее качество. Вот такая новинка, прелесть. Почти всегда у него на серьгах есть клеймо и маленький камушек. Видите, здесь он такой крошечный, смотрится стильно. Такие прелестные сережки. Это из новенького, то, что я вам показываю. Вот эти мне жутко нравятся. Здесь серебристый сплав. И на нем логотип. Длинно висящие сережки. Здесь, правда, нет камушка, но вот клеймо. Тоже красивые. Подвески очень современно. Для самых-самых стильных, современных. И элегантно. Вот такие серьги-гвоздики. Просто невероятно классные. Эффектные. Смотрим. И тут я перевернула, чтобы вы видели клеймо. Тяжеленькие, качественные. Выглядят на миллион. Скоро в магазине я уже буду разделять товары, их было уже очень много, на серьги, браслеты отдельно все поделим с вами. Как вам вот такие еще очаровашки? Здесь есть камушек, видите, на клейме сзади поблескивает. Хорошо, что сегодня вышло солнышко. По прогнозу я смотрела, сегодня буквально последний теплый день в Москве. Сегодня 26, очень тепло, сказочная погода, а завтра уже придет холод. Там и зима, не за горами. Ой, так не хочется. Очень грустно. Быстро лето пролетело. Пишите, как у вас лето пролетело, пока я вам буду показывать всякие чудесные украшения. Так, и еще такие минималистичные капельки. В своем, вот смотрите, где клеймо, в своем же стиле у него и фурнитура. В общем, нечто. Так. Вам очень нравятся украшения от этого бренда, но сложно их найти. Так, сейчас я вам хотела показать. А, колечко в следующий раз будет.
буквально одно или два. Так, следующая новиночка. Видите, от Swarovski здесь камушки в классическом стиле. Так, кольцо. Давайте померяем. Вот такое. С черным жемчугом. И здесь столько всего. И черная эмаль. Красивая выработка. Интересная. Это Лия София. Любимый мой бренд. Так, какие вам я показала? О, еще есть вот такие чудесные клипсы. Видите, это клипсики. И здесь не черная жемчужинка, а она черная, но переливается радужным оттенком. Очень прикольные. Так раскрывается и закрывается. Браслеты. Во-первых, сказочная черная змея. По-моему, она уже последняя осталась. Одну из первых выставили. Сейчас я ее примерю для вас. Обалденная. Очень удобно. Открывается, закрывается. Удобно надевать. Этот шикарный браслет уже был в продаже. Будем его перевыставлять. Чикас. Далее, что у нас? О, сегодня такой же купили. Сота браслет. Ну, смотрится вообще супер, конечно. Боже, я себе тоже такой хочу. Так, посмотрю, что по наличии. Такой браслет себе оставлю. Я высокая. Мне такое идет. Так, дальше. Красоты. Чикас. Вот с таким интересным искусственным камушком браслетик. Вот так он открывается. В любимом этническом стиле. Ну, такой современный более дух. И здесь какие-то черные камушки. Все смотрится очень круто. Так, Лия София. Элегантный черный браслет. Тяжелый. О, выглядит очень-очень дорого. Он внутри на резиночках. Посмотрите, как там сделано. Если когда-нибудь резиночка порвется, починить его не составит никакого труда и легко надевать. Здесь эмаль черная яркая. Шикарный, шикарный. У меня черно-белый и с эмалью есть с мотивом инь-янь от Лии Софии браслет. Помните, такой я вам показывала, красивенький. Так, вот это чудо от Лии Софии скамеи. Ну, не могу. Дочке такое. Очень хочется мне. Нежненький, нежненький, тоненький, малюсенькая камея. Вот так он надевается, лапонька. Роскошный двусторонний браслет. Я его с собой на море вот сейчас брала, привезла. Видите, можно такой стороной носить, можно другой. Цвет старого золота и серебро. Много камушков. В общем, смотрится он просто, просто шикарно, девочки. Так, простите меня за маникюр. Нужно поправиться и переделывать. Тем более сейчас цветами занимаюсь. Всем люблю его. Сейчас опять есть в наличии. Вот такая прелесть. Так, по-моему, это Лия София тоже. Ну, это вообще смотрится очень дорого. Немного не мои цвета. Совсем уж, да, Лия София. Вот видите, клеймо теплые. Но если вы девочка осень, и она загорела, это кожа хорошо. Красные и рыжие камушки. Тяжеленький. А вот этот браслет мое сердце просто покорил. Посмотрите, какой романтичный. Здесь у нас розочка. Застегивается он на карабин. Клеймо бренда. И красивая перышко висит с камушками серенькими. Просто сказочный браслет. Романтичный, романтичный. Хорошенький, правда? Еще немножко вот этого браслета. Он у нас уже фигурировал. Опять есть в наличии. Классный, потому что здесь двусторонние камушки. Красивые оттенки. Оливковый, зеленый, синий. И цвет морской волны. Так, Лия София. Компания прекратила свое существование в 2014 году. Поэтому коллекционеры очень-очень ее ценят. И красивые украшения с годами будут только дороже становиться.
Так, это Чикос, наверное. Вот Чикос на браслет. Нет, это тоже Лея Софии. Боже, как мне нравится, что у них везде клеймо есть. Что у Чикос, например, на браслетах не на всех есть клеймо. Для бижутерии это не обязательно. Очень красивый черный браслет. Смотрите, какой. Камушки действительно блестящие, очень качественные. Это пластик такой тяжелый. И стразинка большая, квадратная. Дизайн шикарный. Так, мы посмотрели с вами браслеты, кольца, серьги. Ой, кольца. Колец-то особенно и не было. А теперь давайте посмотрим вот на такую красоту. $125. Украшение. Сэм Эдельман. Посмотрите, какое стильное. Такие веточки красивые, серебряные. Просто чудо. Настоящая будет звездочка вашей коллекции. Я продаю дешевле, чем даже продавалось украшение. При жизни, так сказать, лучшие времена. И посмотрите, в чем его роскошество состоит. В том, что оно двустороннее. С одной стороны золотые веточки и серебряные пчелки. А с другой стороны пчелки у нас с вами сверкают крылышками, животиками. Животики у них такие перламутровые и интересной формы стразы веточки. Двусторонняя, роскошная ожерелье. Очень необычное, неизбитое. Такое красивое. Красивущее. Много в этот раз новиночек. Просто волшебное. Ожерелье мне нравится. Вот это светлое золото у Чикос. Да, оно бывает разное. Вот это светленькое, мое любимое. Очень красивое ожерелье. Вот это. Я в него влюбилась. Здесь муха, жучок. С, как бы с бирюзовой подвеской, да? Но такое качественное, такое красивая звезда и внизу сердечко. Можно в один-два слоя носить. Сплав просто невероятно классный. Невероятно оно мне нравится. Длинненькое такое. Не буду его на Монике показывать. Честно говоря, нет сил. От Лии Софии. Посмотрите, какие бусы. Какие здесь зеленые оттенки. Просто нет слов. Очень-очень нежная, очень легенькая. И тоже можно в один или два слоя носить. Мне нравится осеннее сочетание. Модные зеленые цвета. Так, следующая красота. Чикос. Вот здесь. Обратите внимание, какие здесь есть бусинки. Боже. Вот такие керамические. И вручную раскрашенные, да? Просто необыкновенные здесь бусины есть. Чикос используют и красивые сплавы пластиковые, да, под камень. И натуральные камни используют, и дерево разных пород. И вот такие чудесные бусины. Дизайн классный. Такая нежность. Очень мне приглянулась с маргаритками украшения. Она ко всему подойдет. Смотреться будет шикарно. Мотив любимый, да, у ведущих брендов, лучших домов мод. Да, начиная от Марка Джейкобса. У меня ассоциация, да, с его духами маргариточными. Ну и прочими. Да. Очень стильное длинное ожерелье. Красивая цепочка. Так, что я еще не показала. Вот такая прелесть тоже ко всему подходит. Всем идет. В стиле Тиффани. Украшений. Да, просто со вкусом. Очень качественно. Тяжелый сплав. Который не будет окисляться. Будет вас радовать. Вот такую прелесть. По-моему, был у нас такой с монетками. Но сразу улетела. Вот такое необыкновенное стильное сердечко, помятое с камушком. Я себе такое тоже купила. Очень-очень нравится. Так, что это за бренд? Вот такой. Почитайте. Мы в описании к лоту про бренды, про дома, которые делают украшения, тоже все пишем. Хорошо, что оно не одно, а то поставила себе. Оно мне запало в душу. Вот это классная вещь.
нужно вживую ощущать, какое оно гладенькое, переливающееся, будет приятно к телу. Красивое ожерелье, да, с рубашкой. Очень женственное и классическое. И здесь интересное сочетание золотой с коричневым. Видите, это не черная цепочка, а коричневая. Хищная косичка, струящаяся. Далее, вот эта прелесть от Софии Ли. Золото с красным. У меня такое украшение есть. Вживую оно выглядит просто необыкновенно. Поверьте мне, такое тяжеленькое. Я вам его показывала. Снова оно даже. Сейчас я одену на Монику, и вы посмотрите, как же оно волшебно лежит и смотрится. Видите, как оно лежит? Просто ювелирное качество. Вот эта сказочная прелесть, которая была со мной на море, и все-все обращали внимание, из очень качественных камушков. Так, это у нас, да, White House Black Market. Можно завязывать в узел, можно носить двойным оборотом, одинарным, тогда она очень длинная, красивая. Здесь камушки нанизаны так, что, видите, они постепенно то увеличиваются, то уменьшаются. Безумно красивые сочетания оттенков. Спешите, это буквально сегодня-завтра, конечно, уже купят после обзора. Вот такая прелесть у нас была. Вы любите такие стильные украшения. В серебряном цвете пока нет. Наверное, уже и не будет. Это Чикас. Цепочка с разными красивыми колечками, со стразами. Вот с таким роскошным узлом. Очень элегантная, стройнящая цепочка. Но я вам уже показывала. И так, новенькая. Какая прелесть. Я сама еще не видела. Вот такой кулон. Еще один с очень длинными подвесками. Сейчас мы с вами на Монику оденем. Тяжелый, гладенький. Так, тоже бренд тот же самый. И красивейшие цепочки. Посмотрите, одни с шариками, да, в стиле Тиффани, а другая цепочка вся-вся в стразах. Просто невероятное ожерелье. Вот так. Такое длинненькое. Видите, какое длинное, красивое. Обзор у нас затягивается, буквально несколько лотов вам еще покажу, и все. Здесь у меня прекрасная от Чикас цепочка двуслойная, которую можно по-разному носить, и сочетание жемчуг речной, как бы подречной жемчуг, да, и светленькое золото. Очень женственно, красиво и ко всему, много к чему подойдет. Так, еще одна нежность. Такие листочки. Это лофт. Дольки. Такая золотистая бижутерия, нейтральная. Невероятно носибельная. Посмотрите, какая прелесть. Одни листики полупрозрачные, а другие дольки золотые. Ну, главное, чтобы она была качественная. И вот такую прелесть я для вас подобрала. Это с бисером украшение от Talbots. Цепи, и здесь на шелке бусинки. Да, понятно, что это ручная работа. Королевский синий оттенок. Я очень люблю украшения с бисером, вот такие качественные. И брусничный красный с золотым. Ну, какое осеннее. Осеннее уютное украшение. Конечно, приятно держать в руках. Надеюсь, скоро у меня будет розничный магазин. Вы там сможете все потрогать, посмотреть сами внимательно. Украшения в том числе, не только пряжу, инструменты. Жутко мне нравится. Вот таким был мой сегодняшний обзор. Я немножечко не в форме, немножечко приболела, поэтому простите мне такой мой немножко неажиотированный голос. Но настроение на самом деле у меня все равно замечательное. Тем более столько красоты вызывает у меня это азарт. Скиньте мне ссылочки, девочки, кто знает хорошие какие-нибудь органайзеры, просто, ну, большие очень, для хранения украшений. Потому что я не знаю, как мне лучше оптимизировать мою коллекцию. Особенно серьги.
чтобы намного-много посмотрите здесь вот эти стразики, они радужные, они не просто белые, вот такая деталь красивая. В общем, если приглядываться, все настолько здорово. Посоветуйте мне органайзеры, которые в виде шкафчиков, полочек, вот такого рода, потому что я думаю, как же мне свою коллекцию хранить. Она пополняется у меня быстрее, чем обычно, благодаря тому, что теперь появилась бижутерия у меня в магазине. Я вам рассказала, да, то, что я из этого, из всего себе оставила, приобрела. Всегда же это тоже интересно, я думаю. Ну, а завтра мы с вами увидимся, надеюсь, покрасуюсь перед вами в джемпере. И вторая заключительная часть мастер-класса выйдет по джемперу. Пойду вязать планочки. А вас я целую, обнимаю. Предупреждаю, что если вам что-то приглянулось, понравилось, вы спешите, так как может уже и не появиться в продаже. Может появиться, а может нет. Может не быть повтора. Я сама не знаю ответ на этот вопрос. И это не последний на этой неделе обзор украшений. Надеюсь, вам понравилось. Из обзоров скоро будет обзор на Mohair Dream. Прекрасный мохер от Шахимар. Как вам вот эти сочетания оттенков? Просто медвежоночек, плюшевый. Боже, какая прелесть. Я себе тут поставила. Буду готовить для вас. Моя любимая тема. Обожаю. Обожаю мохер. Будем с вами уютно проводить эту осень и не грустить о прошедшем лете. Все, жду ваших советов, комментариев. Целую, обнимаю. Спешите в магазин. Сегодня мы выставим все, что я вам показала сейчас, а дальше больше. Все, пока-пока, до завтра, любимые мои.